Помощь, в том числе материальную, оказывает не только государство, но и волонтерские и благотворительные организации. Например, в Тверской области хорошо известен благотворительный фонд «Константа», основная деятельность которого направлена на оказание всесторонней комплексной помощи семьям в трудной жизненной ситуации и выпускникам детских домов. Главный приоритет работы – дети должны расти в семье, и важно помочь родителям преодолеть трудности для сохранения семьи и счастливого детства. Именно поэтому накануне состоялся круглый стол «Дети в семье – это наша константа. 10 лет вместе». Участие в нем приняли уполномоченные по правам ребенка в Тверской области Лариса Масалыгина, глава Торжокского района Елена Хохлова, социальные педагоги и все сотрудники фонда от президента до руководителей социальных проектов и кураторов районов, которые непосредственно работают с семьями. Чего удалось добиться благодаря совместным усилиям, выяснила наша съемочная группа. Кажется, что нет такой проблемы, к которой равнодушно бы отнеслись сотрудники фонда. На протяжении 10 лет «Константа» оказывает помощь семьям, которые оказались в непростой жизненной ситуации, выпускникам детских домов. Наталья Летова, президент фонда, отметила, что сейчас главная цель работы фонда – это совершенствование оказания адресной помощи. Сейчас идея такая, чтобы как можно больше и на местах, и в сельских поселениях привлечь глав районов, привлечь кураторские службы, специальные органы на местах. То есть мы проводим идею именно той адресной помощи семьям. Главная миссия фонда на протяжении 10 лет – это помощь детям. Поэтому большое внимание «Константа» уделяет решению житейских вопросов, которые многим семьям не под силу. Помогает сделать ремонт, покупает продукты и необходимые вещи. Помогает избавиться от алкогольной зависимости и справиться с тяжелой психологической нагрузкой. Это, собственно говоря, базовая потребность каждого человека, особенно маленького. Когда он нуждается в защите, в помощи, он нуждается в неком спокойном окружающем мире, а кто, кроме родителей, сможет ему это обеспечить. Поэтому, конечно, семья – это главное, это приоритет, в том числе нашего государства, которое предусмотрено Конституцией Российской Федерации. Поэтому семья – это основа нашей жизни. Для оказания помощи в фонде объединяют усилия государства и общества, чтобы сохранить безопасную и любящую семью для ребенка. Не один год «Константа» тесно взаимодействует с органами соцзащиты и правительством Тверской области. У нас сложились очень тесные, очень серьезные многолетние взаимоотношения. Это совместная деятельность по помощи семьям с детьми. Нужно сказать, что фонд оказывает неоценимую помощь непосредственно в нашей деятельности, в работе с семьями. Сейчас «Константа» реализует сразу несколько проектов – «Кипри», «Ребенок в семье», «Энергия» и «Паруса надежды». По итогам 2021 года помощь получили 124 родителя, 193 ребенка остались в семье. По статистике, в 80% случаев удалось добиться положительного результата.